Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лов, это «Воскресный диван», на этот раз по расписанию в воскресенье. И начну я, наверное, с того, что на этой неделе появилась столь значимая для развития моего канала вещь, как патронство. Ребят, я не буду вдаваться сейчас в детали, но по ссылке в описании вы все прочитаете, а также на доп-канале там куча-куча на эту тему размышлений, информации и прочего. Так что если вам не безразличен канал, то обязательно почитайте и посмотрите. И начну я с того, что один человек мне написал, что не может там по каким-то причинам стать патроном, но он хочет и может меня поддержать и пообещал денег мне на вебмане. И знаете, ребят, это тот единственный, наверное, случай, когда человек пообещал поддержать меня на вебмане и поддержал. И, соответственно, я выражаю ему благодарность. От души его благодарю за поддержку. Ты не обижайся, но если разрабы решили хил-пушки, значит, нужны. Я спокойно играл за хил. Ты, чувак, конечно, тоже не обижайся, но разработчики для меня не боги, и то, что они делают, это не истина в последней инстанции. Я не обязан молиться и преклоняться перед каждым их решением. Если я не люблю хилпушки, значит, я их буду не любить. Где Скайрим? Скайрима, наверное, не будет, ну, по крайней мере, он в долгом ящике у меня, я пока думаю над ним. Что может связывать единорогов и вампиров? Что их связывает, я понятия не имею, но зато знаю, что одни из них сосут. Также, ребят, очень интересно было то, что много написали людей комментарии, что «А где вопрос в прошлом выпуске Дивана?» На самом деле он был в середине, нужно быть просто чуточку внимательней. Мне цивилизация напоминает Пакмана, там тоже еда на главных ролях и даже обозначена также желтым, что доказывает, что любят пожрать и поиграть в игры, где нужно пожрать. Серег, будь другом, узнай игрушки Warcraft, StarCraft. Отличная стратегия. Ребят, специально для вас я провел целое расследование в поисках, что же это за игры такие, Warcraft и StarCraft. И знаете, к какому выводу я пришел? Игры вообще отличные, ребят, я вам точно так же советую узнать о столь малопопулярных и никому неизвестных играх. Люди, пришлите, пожалуйста, предустановленный як, у меня нет админки. Лучше присылайте ему почтой России, потому что вдруг у него еще интернета не будет. Построй, пожалуйста, полноприводную машину, которая может ходить по скалам, летать и ездить. Еще бы она и видео за меня записывала, был бы вообще отлично, однозначно бы построил. Че, до хилок докопался? Если бы они хилили быстрее, то робот никогда бы не сдох и бой бы никогда не закончился. Где твои миллионы? Потратил на рабошлюх, очевидно же. Эта игра похожа на танки онлайн только в 10 раз лучше, потому что там донатов в 10 раз меньше. Теперь я делаю свой мегапроект самолет 1-3 тира, я тебе, может быть, его пришлю. Ну, я, возможно, не готов к столь мега большому и крупному проекту, поэтому ты лучше себе его оставь. Вот за кузнеца я еще не играл, написал Сиповец про видео, где флеш-симулятор кузнеца. Не вылезаю уже, наверное, целую неделю из кузницы в феодалах. Игра однозначно создана просто для него. Ну а вопросом на следующую неделю будет, а добавят ли крылья в следующем патче Робокрафта? Не спрашивайте, откуда я этот вопрос взял, просто отвечайте. Отвечайте, я сказал, на этот вопрос. На этом все, увидимся.